Ребята, такой ролик еще я тоже вам сейчас закинул. Я не знаю, для чего это государство делает, я просто без понятия. Вот такую шумиху, такую пургу развить в новостные все порталы, да? Тенгри Ньюс, Бью Ньюс, Колеса там, как там еще там, Ай-бизнес, короче, на все новостные порталы. Закинули информацию о том, что эту страховку, да, не будут давать с 12 числа. Все, люди понеслись, бедные, да, делать эти страховки. Бегом, 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 бегом. Сегодня 12-е, да, утром. Нам, страховщикам, уже скинули новые логины, новые пароли. И сказали, все так же и остается. Делайте страховку без проблем. Но только теперь сказали срок до 1 сентября, до легализации, окончания. Она же там до 1 сентября продленная. Вот якобы до этого числа. Теперь сказали до 1 сентября. Можете делать, типа с 1 сентября не будете делать. Я не понимаю, что творится. Это вообще капец. Для чего это было? Для чего это было сделано? Качнуть лишние бабки у людей? Ну да, возможно, получилось. Вот такая информация, ребят.